привет! Сегодня мы будем готовить толму. Значит, я в прошлом году посолила листья. Они были сухие. Я каждый слой листьев пересыпала солью. И видите, вот сейчас открою. Это у меня баночка стояла в холодильнике. И вот сколько сока получилось в жидкости. Они просолились, они мягкие. Это вот мой виноград, мои листья. Получилось. Для приготовления долмы нам что понадобится? Фарш. Фарш вы можете взять говядина-баранина. У меня здесь говядина. 300 грамм. Рис отварить до такой, знаете, аль-денте, недоготовности. Получается у меня здесь 300 грамм фарша и здесь 200 грамм риса. Риса вы можете добавить больше или меньше, это на ваше усмотрение. Еще нам понадобится лук. Вот здесь у меня две небольшие луковицы. Чеснок. Я добавлю 4 зубчика. Если кто-то не любит чеснок, можете не добавлять. Добавьте сухой или там один зубчик чеснока. Смотрите по вашему вкусу. И вот здесь мы сегодня были на рынке. Я купила... Здесь нужно очень много зелени. У меня зелень есть моя на огороде, но с такого количества у меня нету. Вот, поэтому я купила. Значит, что у меня здесь? Здесь у меня мята. Здесь у меня петрушка и, ой, нет, это кинза и петрушка. Сюда вы можете добавить укроп, немножко базилика, тархун. В общем, все приправы, какие вы любите, какие вы хотите. У меня сегодня будет вот такой набор. Что мы сделаем? Мы рис с фаршем перемешаем. Так, и всю зелень нужно измельчить. Я буду измельчать вот таким блендером, измельчителем. Вы можете через мясорубку это прокрутить. Туда же я кину чеснок, туда же я кину лук. В общем, покажу. Вот на такое количество фарша и риса я добавлю... Вот смотрите, вот мяты. Вот столько мяты. Я добавлю только листочки. Пахнет. Всю зелень мы вот так крупно порубим и тоже отправим в блендер. Ароматы стоят, ну просто, вот знаете, вот эти вот сочетания трав, чеснока, это просто необыкновенно вкусно. Так, добавили. Сюда же мы крупно достаточно порежем лук, отправим. Чеснок. У меня, знаете, вот такие два огромных зубчика чеснока. И все это нужно измельчить. Значит, смотрите, все приправы я смешала. Здесь у меня красный сладкий перец, жгучий красный перец, черный перец, куркума. Немного кориандра молотого. Ну, в общем, все приправы, которые вы любите. Даже здесь есть приправа для мяса, которую мне вот привозили из Казахстана. Все эти приправы мы добавляем в мясо. Сюда же нужно посолить. Я думаю, сюда, ну, вот так в соли. Девочки, я не знаю, я на глаз делаю. Вот соли я положу меньше, потому что листья соленые. И сюда мы отправляем всю вот эту перемолотую зелень. Вот посмотрите, какая красота получилась. И очень хорошо, тщательно весь фарш мы перемешиваем. Вот блюдо простейшее, но удовольствие получите колоссальное. Начинаем лепить. Значит, смотрите, нужно на дно кастрюли поставить тарелку. Вот таким образом. Или можете перевернуть, как вам удобно. Вот так, да? Сюда мы наливаем воду. Мне удобнее вот так. Сюда мы наливаем воду. У меня горячая вода. Вот так. Моя долма будет готовиться на пару. Я не буду заливать все водой. Теперь, смотрите, вот листья, если у вас они очень соленые, вы разберите их и промойте проточной водой.
У меня они достаточно такие умеренно соленые, поэтому я просто достала. Ну, от соленой воды они у меня отвисли на дуршлаге. Все, смотрите, берем фарш, кладем и заворачиваем, вы знаете, как голубцы. Мне удобно делать вот так на тарелочке лепить. Значит, взяли листик, расправили. Примерно, ну, чайную ложку фарша укладываете. И начинаете заворачивать. Вот как голубцы, как вот, как сможете, так и заверните. Вот так. Вот такая долма. И укладываем вот в тарелочку. И так всю долму. Ну все. Долму мы практически слепили. Не прошло и полгода. Ну, это, девчонки, это быстро. Вот последние две штучки я доделываю. Надо показать, сколько получилось. Вот такое количество получилось. Сейчас последнюю. Фарша осталось у меня совсем немножко. Всю банку с листьями, все листья из банки я использовала. Вот. Вот так. И, а это я, вы знаете, вот слеплю вот такие шарики небольшие. Вот размером с долму. Вот такие. И положу их здесь сверху. Напомню, что долма моя будет готовиться практически, ну, на пару. Вода внизу вот доходит до тарелочки. Вот. Ставим сейчас на огонь. Вы знаете, я, конечно, для видео налила вначале воду, ну, чтобы было понятно. А так вообще сделали, вот налепили. Налили водички, уже кипяченой, горячей. Поставили, начинает закипать, закрыли крышку на медленный огонь. И вот 45-50 минут будет готовиться моя долма. Вы знаете как, вы пройдет 45 минут, откройте крышечку, достанете одну долму, попробуйте, готово, замечательно. Вот такая долма получилась. Готовилась она 45 минут. Получилась она, в общем-то, на пару. И сейчас мы будем пробовать. Здесь у меня просто сметана. Вы можете использовать, там, добавить зелень, чеснок и так далее. У меня долма достаточно острая, поэтому вот этот мягкий вкус сметаны придаст дополнительный окрас. Лёша пробует. Класс. Очень здорово. Приготовьте обязательно. Всем приятного аппетита. Худейте с удовольствием. Всем пока.